Вот это важнейший момент. Внимание, поймите правильно. Вот. Валерий Константинович читал сейчас у Латинкова на сайте раздел статьи «Груша Тася». Последний абзац. Ниже фотография груши на весах. Внимание! Сейчас, минуточку, мне по ногам холод, я балкон закрою. Вот. Так, поехали дальше. Значит, так. Ага. Итак, цитирует нашего друга, гениального садовода Латинкова Юрия Алексеевича. Нельзя брать черенок, сеянца культурного и прививать на сеянец дикаря. 100% получим дикаря. Так, значит, сейчас мы с вами разделим. Как там зерна отплел. Он совершенно прав. Так, я вначале даже не обратил внимания, я еще на прошлом вебинаре должен был, но не дошел до этого момента. Значит, смотрите, есть черенок, так, с культурного, так, и привит на сеянец дикаря. Ну, в большинстве случаев получается культурное, с некоторым разбросом. Об этом речи нет, это и спорить не о чем. Но вот это слово, вот оно волшебное, сеянца, сеянца, и привит на сеянец дикаря. Получим 100% дикаря. Как он прав? Как это происходит в жизни? Допустим, кто-то берет мой сеянец, мажорского абрикоса взял. Отчета случилось в том, что он уже у меня перешел в разряд полукультурных. Косточки с него я брал, вырастил деревья, они уже сами огромные. И на них сладкие деревья. А вспомним Ваулина. Так? То есть, когда берется мой, Ваулина вы вспомнили, да, у него все оказались сладкие, культурные. Причем даже не сыновей мажутся, как я сейчас продаю, а еще культурнее. Вот я их называю полукультурные, гибридные. А с того самого, я ему высылал сеянцы, с того самого огромного этого патриарха, который долго еще считался дикарем. И те уже оказались вкусные, сладкие. То есть, где же нам взять-то этот самый сеянец дикаря? Получается, а у меня его просто уже нет. И мне можно доверять, когда возьмете сеянец дикаря, а он на самом-то деле, у меня фотографии-то, ё-моё, сколько, я вам их показывал. Так. А теперь получается, что к моим, а человек же, он же не просто написал это, он хочет, чтобы я прокомментировал. В конце концов, людей интересуют именно мои маньчжурские абрикосы. Согласны? Вот. А у меня нет сеянцев дикарей. Поняли, да? Что подразумевается под сеянцем дикаря? Где-то берется с Дальнего Востока. А я вам показывал, ходил по саду несколько дней назад. Говорю, вот они из Сихотолинске. Я стою, руками развожу и говорю, вспоминайте, несколько дней назад фильм снимал. Ни одна прививка не прижилась. Это еще даже хуже, чем получить дикаря вот этого. Вообще ничего не могу получить. Вообще ничего. А у меня 4-5 поколений позади. Сеянцы перешли в разряд полукультурных. А так как тот же Ваулин, этот самый, на тот момент директор института, официальное лицо, мне написал это, что они все вкусные, съедобные. Ну, пусть и крупные, так, до 35 грамм. Вот. На них можно плевать? Получим дикаря. Даже не на мои уже, на Ваулинские. А, вот именно. То есть, это не отрицается. А теперь представим себе Забайкалье из этого, или там с Хабаровска, или там с Приморья, вдруг человек получает косточки. А косточки из тайги. Вот тут-то мы и приехали. То есть, тому, кто мне в это... Не то, что мне нарочно, вот видите, в этом самое... Что-то вы вырастите, а у вас получается ерунда. У меня ерунда не получится. Ко мне вот это не относится. Так? И все будет хорошо. А почему, внимание, возвращаемся к автору письма. Я как раз и купил семечек и косточек, чтобы на сеянце подвоя привить свои выращенные сеянцы привоя.
Вот что будет, то будет. Понятно, да? А еще Новосибирская область. Ну что, я как мог объяснил. Итак, рад был бы абрикосы дикаря иметь, но у меня их просто нету. Просто нету. Я обжегся один раз на всю жизнь. Вот. Я выменял это самое. Вчера выменял на заводе. Там электрооборудование. Потом это электрооборудование на грузовике привез в этот самый в субботинский питомник, как это, к самой, а мы друзья, к Байковой, директору. И мы вместе ходили и с рабочими выкопали 300 сеянцев абрикоса. Я принял на него королевский. Как я радовался! 39 из 40 даже не проснулись, мертвые были. Один проснулся и умер на следующий год. Вот, правильно, а я же у них просил за сеянцы. Вот это уж точно были дикари. Другое дело, что у них оказалось культурным. Ну, давайте здраво. Наверняка у них были Дальний Восток. Ну, так же. На какой-то момент Дальний Восток был лидером по всей стране. В Европе там вообще загнали это все, эти самые абрикосы. Ни хрена у них не получалось. А на Дальнем Востоке были прекрасные сады и прекрасные абрикосы. Вот. И вдруг батя Франция. Что у них общего? Вот и получилось. Попробовали съесть бульдога с носорогом. Не получилось. Вот у меня получилось 39 мертвых, а 40, а это страшная неудача. Но она меня чему-то научила, поэтому никаких противоречий, никаких разрывов у меня слоненковых нет. Мы с ним сколько? 20, 30, 40 телемостов провели. Вспоминаем. А, вот. Хоть это, у нас были причины для спора, но не такие. Вот мне так нравится ваше письмо, мне удалось вот эту тему раскрыть. 39-40 мертвых, 40-й на следующий год мертвый. Вот, правильно, Латинков. Но у меня больше дикарей, нету манжурцев. Поэтому я спокойно прививаю и не стесняюсь, и Сергей спокойно прививает и в эти самые продает все саженцы. И ни у кого никогда дикаря не будет. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Фу, постулат Джерилева. Внимание. Подвои и привои должны быть из одного сада. Причем несколько поколений. Вот теперь и еще привои привиты были на этого же самого, с этого же дерева. Ну, условно назовем дикарями. На самом деле подвои полукультурные, да? Они напитались этими самыми. Они напитались генами дикарей. И теперь они дикарей не боятся и спокойно на них садятся. Мало того, чем лучше биологическая совместимость, раскрывается их качество вот эти. Вон у меня в холодильнике до сих пор замороженные лежат. Вот такие вот 100-120 грамм. Не с рынка, на рынке никогда вы их не найдете, такие крупные. Я этим горжусь. Сливы, да, ловить нечего. По сливам мне их не догнать. Да просто потому, что негде черенков взять. Я бы за 3 года бы вырастил.